Друзья, всем привет! С вами Дмитрий и канал Night Hunter. Сегодня решил провести тест работы тепловизионного прицела Arcon Alpha HT50 на полном заряде аккумуляторных батарей при температуре где-то минус 15-18 градусов в морозилке. Собственно, прибор у меня тот же. Вот, я подзарядил сейчас аккумуляторы. И, собственно, идем, смотрим, зарядились ли они до конца, вставляем и будем проводить тест. Аккумуляторы я использую литий-ионные, емкостью 650 мАч и напряжением 3,7 вольт. А для частоты эксперимента подождем, пока вот эти два аккумулятора полностью зарядятся, также, чтобы не было никаких вопросов и погрешностей. И приступим к тесту. Прибор включаем. Появляется надпись Arcon. И смотрим, сколько у нас время. Время у нас 11:24. Ставлю таймер на час. И через час посмотрим, как наш прибор. Помещаю его в морозильную камеру. В такую вот. Собственно, положим его вниз, чтобы было похолоднее там. Вот. Все, ребят, оставляем на час. Через час посмотрим. Я решил посмотреть все-таки через полчаса, что у нас с Арконом. Прошло полчаса, вот, одно деление пропало. Ну так, а то, ну, мало ли, может через полчаса закончится аккумулятор. На одно деление только за полчаса из трех просел аккумулятор. Ждем еще полчаса. Прошел час, а наш Arcon наш все еще работает. Ну, смотрите, через час появилась табличка, да, батарея разряжена. И батарея у нас разряжена. Но давайте попробуем так, через каждые 10 минут будем смотреть. То есть нужно мне, чтобы прибор вообще отключился. Но час при минус 18, постоянной работы, ребят, это, ну, по моему опыту, дорого стоит. Прошло еще 10 минут. Ребята, и прицел... А, все, вот, короче, час 10 минут он проработал, вот он вырубился прям только что. Я сейчас попробую его включить. Вот. Да, включается, давайте все, мы его вытащим с морозилки, включим, вот я его включаю, смотрите, и оставляю здесь температуру где-то у меня в гараже в районе плюс 5 градусов. Пусть полежит. Прошло еще 20 минут. У нас тут все, конечно же, запотело. Выпал конденсат. Немножко почищу и смотрите, что произошло. При попадании прицела в менее низкую температуру он заработал, и видите, даже заряд аккумулятора сейчас тут плохо будет видно, потому что запотело. Вот, видно, то есть, видите, появилось одно деление на заряде. Прошло еще 40 минут примерно, и прибор продолжает работать. Минус 15-18 градусов температуру он выдержал, проработал час 10 минут. Ну, сами видели, я его прям взял в руки, и он отключился у меня. Я считаю, это очень достойно. Кому кажется недостойно, ну, приведите примеры других приборов, которые при такой температуре проработают постоянно столько же. Поэтому, ребят, делайте свои выводы об этих приборах Arcon. Пишите их в комментариях. Ну и, как обычно, всем отличного настроения, хорошего дня, всем удачи и пока-пока.